Не знаю, какого черта началось. Уже второй раз обрывается трансляция. Наверное, надо роутер перезагрузить. Ладно, сейчас доделаю этот квест тогда и перезагружу. Надо только убедиться, что все работает. Я вот как раз хотел пойти в магазин посмотреть. И для лучницы, и для Кирии. Забыл. キリアさん。え？あ、イツキ、来てたの？お疲れ。で、その、どうかな？私の着ぐるみ姿。クロエっていうの。モフモフしてもいいですか？実は俺も収録中から我慢できなくて。な、ば、何言ってるのよ。ダメに決まってるでしょ。そうですか。ねえ、いつき。私はもう変わることはないと思ってた。この変化はいい変化なんだよね。はい、そうだと思います。そうならよかった。такая страшненькая страшненькая Костюм немножко какой-то неудачный, мне кажется. Цубаса не уволена. Приветик.
Цубаса просто поставлена в наиболее оптимальное место для нее. То есть она как бы на сабкасте, но при этом она во время боя тоже участвует. То есть она добивает врагов. Я разобрался с ее обилкой, которая вчера у нее появилась. Она работает только когда сама Цубаса не участвует в бою. Так, сразу же открылась новая для Кири. Давайте, я смотрю на Радиант скиллы, потом сбегаю в магазинчик по-быстрому с одеждой, погляжу, что там. И можно будет сейчас перезапустить трансляцию, я роутер у себя передерну. Дропайте, реально нифига не классная. Они и мне самому мешают, мне же как бы... Я, по сути, играю, наблюдая на трансляции, то есть картинка с трансляции, как бы, на моей стороне является картинка для меня в том числе, и поэтому, когда обрывается трансляция на несколько секунд, и у меня изображение тоже обрывается. Так. О! Такая же херня для Кирии появилась теперь. Ё-моё. Теперь можно Кирию будет задвинуть назад. С другой стороны, смысла прям в бою Цубасу держать, кроме того, что у нее офигенные шортики, она попы хорошо качает, нету. Но это опять сложный очень момент для меня, очень сложный. Поскольку по чисто боевому потенциалу Кирия не в пример сильнее. У нее три разных вида атаки, трех разных стихий. Так, у кого-то там замастерилось, не помню. Да, у Кирии замастерилось как раз. Надо ей еще и оружие новое сделать. Но Цубаса имеет смысл именно на босса какого-нибудь ставить. Да и там дело такое, что их можно прямо во время боя менять местами. То есть вход Кирии, например, я нажимаю кнопку, и херак, Кирия убегает, Цубаса прибегает. То есть даже настолько все просто. Так что, допустим, если все убиты, надо срочно отхилить, Цубасу всегда можно вызвать. Погнали костюмчики смотреть. Так, ХП. Надо выпить мочи. Да, в том-то и дело, что ввиду сложности чаще всего именно ваншотают. Но бывает ситуация, бывает, когда ты, например, остался с малым количеством ХП. Я помню, было у меня на боссах такое. Так что в таких ситуациях ее новая ульта может спасти. Хараджуку это было.
Ну и плюс во время прокачки персонажа все больше и больше хп теперь уже, мне кажется, реже так прям, что сносит заход. О, как вам? Надо брать. Сиски какая-то беда. На него просто нет нормальных костюмов. Просто бред. Все какие-то школьные формы. Ну, если только, так сказать, чтобы он однотипно с этой Селли был одет взять. Нихуя себе. Ну, слишком закрытое платье, как на мой вкус, но все равно. Для разнообразия можно взять. Шортики, конечно, не видно будет. Шортики мы всегда сможем назад надеть. Этот, в жопу его. 17, но все равно. Этот уродский кот. У нее забавный хвост, только то, что он такой болтается. Но сам он страшненький, страшненький, я не знаю. Вот эти пуговицы, если бы там вырез был, то все могло бы быть гораздо лучше. Я не исключаю, конечно, что в оригинале как раз вот на месте вот этого фиолетового безобразия с пуговицами был вырез, и этот костюм был гораздо круче, но вот это нет. Это на любителя. Все-таки Скири и беда, ладно. Так. Пусть пока в таком походит, ладно. Так. Лол, пусть. Лучшую команду. Посмотрим, что там за команда. Оу, ясно. К счастью, не со мной. Это лучшая команда будет.
Так, сохраняюсь, короче. И сейчас перезапущу роутер у себя. Буквально минутка-две. Это забьет все дело. Посмотрим, может, больше не будет дроп. Не разбегайтесь пока.